Большинство жителей хотят видеть красивую, чистую и максимально удобную придомовую территорию. Поэтому губернатор Подмосковья поручил уделять особое внимание их благоустройству. Задача властей региона – дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых. На 29 объектах Одинцовского округа уже идут работы по благоустройству дворов. Всего отремонтируют 104 тысячи квадратных метров твердых покрытий. А это значительно больше по сравнению с прошлым годом. Хочется отметить, что в 2022 году было отремонтировано 49 тысяч квадратных метров покрытий. То есть прирост по сравнению с предыдущим годом составит 47%. Обновят проезды и дорожки, которыми пользуются жители. Значительно расширят парковки. Появится свыше 1200 новых машиномест. По губернаторской программе народные тропы проложат 27 новых маршрутов. Андрей Иванов поручил проконтролировать, чтобы все работы выполняли в срок. У нас крайняя точка, когда мы должны выйти со дворов 20 августа. Еще раз прошу отрабатывать с подрядчиками и сейчас найти и систему мотивации, и договориться с теми, кто добросовестно работает, быстрее провести работы. Для этого решили четко фиксировать график проведения работ в специальной программе и вводить штрафы при просрочках, а также осуществлять ежедневный независимый контроль каждой территории. Работы по благоустройству дворов в Жаворонках, Юдине и по улице маршала Жукова уже завершили. Преобразования в поселке путевой машинной станции не могут не радовать. Раньше молодежь осекала ноги, а теперь вот по асфальту. Приходим, ноги чистые. Особенно мамочкам тяжело с колясками, пенсионерам тяжело с колясками ходить. Вот. Поэтому на сегодняшний день мы благодарны, что вот здесь действительно делают такое чудо для всех нас, и для будущего, и для нас. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».